Ну, или даже можно вам взять, начинать отматывать на, где я видео показываю. Итак, контроль на самом деле подобен нашим с вами всем роле. Ух, неудобно как слушать, когда меня перебивают все время я. Так, значит, что у нас в ДСШ? Вот такая вот крошка. Самое большое реле у нас железнодорожной автоматики и телемеханики, использующиеся пока еще, пока рельсовые цепи, фазочувствительные рельсы, есть. Далее, значит, что из себя представляет реле? Еще тут в руках можно нам повертеть. Значит, у этого реле, как правило, что есть? У него вот на этой ручке, вот тут, где я сейчас рукой закрываю, частично. У реле есть бирка заводская, то есть вот здесь заводская бирка, там будет написано, должна быть, там написано DSH-13A, там заводской номер должен быть. Что касается пломб, немножко необычно, если сравнивать с реле NMSH, там мы с вами видели, что пломбы сзади ставятся, а здесь нет. Здесь пломба у этого реле будет стоять вот здесь, то есть ручка вот эта, ручка на двух винтах крепящаяся, она и будет пломбироваться. Мало того, именно эти два винта открывают реле. Оно закрывается вот на эти два винтика, которые спереди стоят. То есть пломба будет вот здесь, должна быть в реальности. Так, следующее, что у нас там необходимо контролировать, это наличие бирки РТУ. Что там есть у нас в этом реле? Бирка нет. Сейчас покручу в руках, поищу. Вроде бы не видать. Но где-то внутри корпуса. Опять же, эта бирка должна быть. Для тех, кто не видел, вот смотрите, вот внутри корпуса сфотографирована та самая бирочка. Она, видите, в кожухе крепится. Вот там DSH-13 написано. Это вот те самые пломбы, которые стоят в реальности. Это та самая железяка заводская, которая есть, на которой есть заводской номер и на которой есть год выпуска реле. А внутри пломбы что должно стоять? Это название ШЧ и номер, индивидуальный номер электромеханика, который это реле, получается, принимал, потому что у нас кто пломбирует реле, это электромеханик-приемщик. Существует у нас разделение труда. Один электромеханик контролирует параметры, а второй потом за ним большинство параметров перепроверяет. Называется принцип двойной проверки. И благодаря такому принципу мы как бы застрахуемся от того, что у нас какая-нибудь человеческая ошибка там будет допущена. Точно так же, как с реле NMSH у нас дело было, если у нас с вами не будет, господи, бирки РТУ, либо пломбы будут нарушены на реле, необходимо об этом сообщить старшему электромеханику, чтобы он принял меры, связался с эксплуатирующим штатом, что это такое происходит, что приборы в таком состоянии возвращаются с линейного производственного участка. Так, ну пошли дальше. Что там у нас дальше? Дядя Витя проверяет. Значит, у меня звук отключен, поэтому я там не слышу, про что там сейчас пытаюсь болтать. Но очевидно, что при внешнем осмотре нам необходимо что проверить? Это целостность корпуса, проверить целостность основания. Если таковые будут обнаружены, то они у реле подлежат замене. Что-то долго там у меня ничего не происходит. Что это, интересно, такое заводчикам рассказываю. Кручу, верчу, сижу. Хотя, может, это я и заводчикам рассказывал. Здесь уже видео такое дерганное, потому что тут я использовал мобильник в качестве этого самого видеокамеры. Тут немножко качество получше получалось, чем видеокамеры, которые обычно использую я. Так, идем дальше. Что там у нас? Видеоролики. Я пытаюсь подсмотреть, что там нам нужно делать. Давайте маленько прокручу. Итак, аналогично, как с реле NMSH у нас было, снова у нас есть ножи, которые необходимо очистить. Берем ластик в руки и очищаем ластиком контактные ножи, которые в реле DSH есть. У него подключение довольно такое странное. Ну, для реле второго поколения нормальное, стандартное. Это есть подключение в виде гнезд, вот эти вот четыре контакта, это гнезда. Они подключаются вот на такие штыри, которые торчат из розетки. И наоборот, внизу есть штыри, которые подключаются в гнезда розетки.
Так, очистили контакты, протерли тряпочкой. Кроме того, что мы протерли тряпочкой контактную систему, где мы там намусорили, параллельно с этим нам необходимо что сделать еще и очистку. Какую провести? Очистку корпуса. Ну, я, наверное, до нее рано или поздно дойду. Сейчас посмотрим, о чем я пытаюсь речь вести. Про очистку или нет. Если не про очистку, то сейчас подскажу, что там происходит. Ну, скорее всего, нет. Значит, перед чисткой тут еще я решил проверить работу замка. Значит, что в реле DSH есть? Это вот такой замок, который сверху торчит, вот такая вот пимпочка. Есть специальный ключ для поднятия этой пимпочки, для того, чтобы реле устанавливать на статив или со статива снимать. Итак, что мы делаем в этом случае? Берем, ставим сюда этот ключ, нажимаем на него и проверяем, что у нас с вами вот тот самый конец замка, который вниз выходит. Он действительно там туда-сюда ходит, перемещается, и, соответственно, замок исправный. Здесь это место у нас не очень хорошо освещено у меня здесь. Поэтому, наверное, проще будет показать в методичке это место. Вот оно, это место. Если вытянуть, то видите, здесь ничего нет. А если опустить, то второй конец замка, вот он здесь будет у нас с вами заходить и таким образом реле штепсели закреплять. Кроме того, опять же, если бы у нас с вами были выгнутые ножи неровные, то их необходимо было бы выпрямить. Получается, что методичка даже удобнее, чем видеоролик показывать, потому что, к сожалению, качество что-то не бей лежачего. Можно, конечно, пытаться принести видеокамеру мою, подключить в техникуме вторую, более качественную. Может, там съемка будет получше идти, чтобы не мутить опять. Не мутить опять с мобильником. Ну, попробую. Значит, камера у меня тут чуть-чуть получше себе купил. Может быть, ей получится нормально. Лучше, чем то, что я снимал до этого. 640 на 480. Так, ну что ж, идем дальше. Значит, кроме того, если у нас какие-то проблемы обнаружены вот в этом месте, то есть, допустим, замок неисправен, там пружина поломалась и из-за этого туда-сюда не ходит, то электромеханик в этом случае будет необходимо отключить 4 винта, вот я показываю сейчас эти места, где они есть. И в этом случае вот это окошечко открывается, и мы попадаем, собственно, к самому замку. Внутри что он из себя представляет? Представляет вот такую вот систему. В данном случае, что там есть пружина. Собственно, вот сам замок вот так вот выглядит. И кроме того, в этом же месте находятся контактные пружины. Если у нас с вами с контактными пружинами будет что-то не то, допустим, для реле DSH и для штепселя реле DSH, есть такая проблема, как замятие вот этих контактов. То есть рано или поздно может получиться такая штука, что контакты будут замяты. И в этом случае единственный, наверное, выход – это замена контактов. Сейчас, если быстро удастся мне найти на SCBIST картинку, которую я там недавно дозабрасывал. Так, фотогалерея. Новые фото. Это недавно я ее бросал. Эту фотографию, но, к сожалению, она уже ушла в небытие. Жалько. По поиску найду, не найду. Тут какой-то ролик-то. Ссылка-то есть, только, скорее всего, это текст какой-то идет. Так что не удастся мне найти. Вот, ё-моё. Вроде бы уже живем в тот век, когда проще найти. Ну-ка, так.
О, походу, сейчас найдется. Вот она, моя картинка, про которую я говорил. То есть, что может получиться из-за того, что вот засовывается неровно прибор, то вот такая штука может на этих контактах получиться, вот такое вот замятие, которое будет препятствовать нормальной установке. Вот точно так же в реле дыша. Электромеханику необходимо проверить вот эти вот контакты, которые здесь есть. В принципе, эти контакты можно было проверить бы и не открывая эти вот вкладыши, но так наиболее удобно почистить эти контакты, потому что как и там ластиком, помню, чистили, да? Ну, а здесь, например, можно почистить салфеткой, смоченной в спирте, вот эти контакты, чтобы тоже здесь сопротивление дополнительное не вносилось в местах сочленения штепселя и орле. Кроме того, у этих штепсельных контактов нам необходимо будет проверить. Надо будет проверить качество крепление. Делается это щупом 3,5 мм. Но у меня настоящего нет, поэтому я самопальный себе сделал щуп. Что я делаю? Я этот щуп, вы должны будете в каждой вот из этих дырочек этот щуп ставить. И нормально настоящий щуп, он имеет привязанную к нему 100-граммовую болванку такую, и проверить, что эта болванка не вываливается из штепселя. Так, что там? Найду я сейчас ее или не найду? Это я студентам там что-то показываю, вот как раз, что куда вставляется. Сам грузик у меня не настоящий, ну а как делают точники, вот так вставляют, естественно, он так не выпадет. Надо что делать? Переворачивать реле, то есть вот так вот переворачивают, и вот чтобы тот самый грузик, он не вывалился. Это будет говорить о том, что контакт нормальный. Если контакт не держится, то необходимо будет что делать? Это открывать штепсельный разъем, вот эти отверстия сзади, отверстия открывать, и в этих отверстиях, господи, пружинки вот эти подгибать, так, чтобы у них нажатие увеличилось, чтобы оно вот эти 100 грамм держало. Так, это что касается проверки внешнего осмотра у нас получается идет. Далее, действия, какие необходимо выполнить, это, ну, собственно, протирку уже давно пора сделать. Что-то все никак у нас до этого не дойдут наши механик. Такое ощущение, что я уже тут вскрывать собрался. Нет? Да. Ну, значит, где-то я пропустил в ролике. То есть еще нужно, должна была быть очистка внешняя, салфеткой протереть сзади, спереду. То есть наше с вами реле. Снимаем мы кожух. Для того, чтобы снять кожух, нам необходимо будет выкрутить два винта. Вот те, которые на ручке я вам показывал. Выкручиваем винты. Ну, естественно, сначала, если этот прибор действительно пришел в РТУ с линейно-производственного участка, там пломбы надо будет удалить, ту самую пластилинчик оттуда вытащить с пломбой и снять ручку. После снятия ручки у нас открывается реле ДСШ. К сожалению, студенты, штурзоочники, штурзоочники иногда подтупливают. Но в основном, конечно, заочники. В частности, они у меня вместо того, чтобы откручивать реле вот здесь спереди, что делали? Они брали вот это реле ТСШ, поворачивали в заднице и откручивали там сзади такие тоже есть 4 винта, которые крепят вот эту вот металлическую раму к вот этому основанию. На самом деле это делать не нужно. Такая процедура при регулировке не делается. И откручивать вот этот металлический элемент от основания никакой необходимости нет. Для того, чтобы открыть, достаточно просто вот эту открутить ручку. Снимаем корпус. Внутри корпуса потом необходимо, что сделать электромеханику, это намочить старую этикетку, удалить старую этикетку РТУ, потом произвести внутреннюю очистку корпуса. Для этого, опять же, используем салфетку. Салфетку мы используем сухую, протираем от различных загрязнений, которые могли накопиться, и производим внутреннюю очистку. Так. Давай очищай быстрее. Пойдем дальше. Часы вроде идут, а рука что-то не двигается. Досмотрелся я куда-то, видимо. Тут как тщательно чищу, прям как будто сдавать собрался прибор на проверку. Ладно, натнем маленько.
Так, следующее действие. Куда же там мои лапки потянутся? Проверка уплотнителя. В данном случае есть тоже такой своеобразный резиновый уплотнитель. Этот резиновый уплотнитель вставлен вот такие вот отверстия в боках у штепселя. Что должно быть? То есть эта резинка должна быть вся целая, идти по всему кругу. Если, соответственно, резинка где-то там неисправна, то вот ее необходимо очистить. Далее эту резинку необходимо протереть салфеткой. Если какая-то грязь на ней появилась, то вот ее салфеткой удалить. Ну, далее, скорее всего, пойдет проверка катушек. Сейчас проверим, правильно я помню, нет? Ну, заодно протираем Урле ДС Шатом. Всякие поверхности внутри тоже очистку производим. Со стороны контактов пока очистку производить бессмысленно, потому что мы с вами будем шлифовать контакты, а значит, еще мусор там все равно появится. Чтобы два раза не делать, наверное, лучше у контактов перенести очистку. Так, давай, что дальше будем проверять? Проверяется целостность, как называется, Таня? Ну, вот этих вот залитых контактов. То есть здесь контактная система, она неразборная. Вот единожды собранная, больше ее никак не разобрать. Только заменой вот этих вот деталей полностью меняется. Значит, контролируется крепление вот этих вот оснований с контактами. Руками там пошатать их нужно, проверить, нормально ли они закреплены. После этого контролируется крепление роликов, что они там тоже у нас нормально закреплены. Контролируется качество роликов. Ролики должны нормально перемещаться. Они не должны иметь там выработки, то есть поверхность ролика должна быть ровная, без вмятин каких-то там получившихся от ударений об ролики нашего с вами сектора. Так. Опять пошел я подсматривать во время снятия ролика. Ну вот, чуть получше, соответственно, те места, которые я вам говорил. Вот они, те самые элементы, на которых контакты размещены. То есть это вот все залитое, единое целое. Вот эти элементы неразборные. Проверить их крепление. Проверить качество ролика. Вот в данном случае, видите, такой небольшой след есть, но можно просто протереть ролик. А так никаких там выбоин, то есть... Господи, слово выпало из головы. Канавы не получилось по всей длине ролика. Также контролируется целостность еще пластмассовых элементов. Это таких, как тяги. Проверяется целостность, ну, изоляции, вот, которая там на тягах используется у нас для крепления тяг. В данном случае ролики, конечно, в фотографии более качественно представляют то, что необходимо проверять. В вашем случае вот такие методички тоже вам доступны, они у вас, ссылки на них есть, можно их тоже открывать в процессе, когда будете работать с тестами, пытаться искать в них ответы вместо технико-нормировочных карт. Вот в этих местах, в тягах у нас контролируется отсутствие выработки тоже, но пока мы еще тяги не снимали, поэтому пока не видно, там, что там есть выработка какая или нет выработки. Это позже, когда будет отключаться тяга от контактной системы, это можно будет посмотреть. Так, едем дальше. Также контролируется у нас отсутствие износа металлической части ролика, та, которая внутри вот этих вот элементов катается. Тоже здесь выработка никакая быть не должно на этих местах. Про целостность ролика уже говорил. Следующее действие, очевидно, пойдет проверка катушек. Давайте на них так взглянем визуально, что они из себя представляют. У нас есть две катушки. Одна называется путевой элемент, другая называется местный элемент.
Нам необходимо проверить наличие бирок на катушек, нам необходимо проверить целостность шпулей, на которые они намотаны, нам необходимо проверить контактные провода, которые от катушек отходят, на предмет гибкости, на предмет целостности изоляции этих проводов, на предмет качества паек этих проводников к выводам штепселя. Вот они здесь подходят. И кроме того, есть еще одно паечное соединение у нас в реле Дейша. Ну, там в процессе ролика, наверное, мы его увидим с вами. Итак, наличие бирки проверили, посмотрели на целостность. Господи, как называют? Так, также здесь тоже вторую бирку нашли, там все нормально, она приклеена. Далее проверяем гибкость проводников, что с ними все нормально. Вроде гибкие, гнутся, не мешают провода перемещению сектора. Это вот металлический элемент, который там болтается. Вот оно, еще одно паечное соединение, про которое я вам говорил. Значит, необходимо будет что сделать? Посмотреть вот здесь на пайку, на ее качество. Что мы требуем от паек? Да, собственно, все то же самое. Ровная пайка, без следов канифоли, без наличия оборванных проводников где-то рядом. Ну вот только сейчас я догадался себе где-то поднести поближе. Лампочку показать. Проверяется пинцетиком качество пайки, то есть также подергать нужно. Далее у нас с вами 4 провода идут вот отсюда. Поэтому что мы делаем? Мы убираем кембрики, сдвигаем их, чтобы видеть место пайки. И аналогично контролируем места паек. Ну, в РТУ мало того, что пайки как бы паяют, но еще и обычно еще сверху покрывают цапан-лаком для того, чтобы исключить постепенное там повреждение нашей пайки оловянно-свинцовой, получается, под воздействием окружающей среды. То есть считается, что покрытые лаком пайки более надежные, поэтому обычно там может быть какого-то цвета другого дополнительного, чтобы пайкой, лаком покрытое место. Так, открыли, проверили, пинцетиком подергали, проверили качество соединения. Так, что дальше будем проверять? Ну, на катушках тоже, естественно, контролировать надо, но студентам я запрещаю, чтобы они у меня не выдернули обмотки из катушек. Далее кембрики на место посадили, закрыли места паек. Долго я там маракую. Следующее действие, которое необходимо выполнить, не знаю, насколько хорошо тут удастся это показать здесь нам. Значит, что сейчас происходит здесь на видеоролике, что я пытаюсь отверткой вот на вот эти вот штуки, вот видите этот самый, господи, как он называется-то? Тут не винт. Заклепка. То есть есть 4 заклепки по краям, и вот этими заклепками у нас магнитопровод собран из чего? Из пластин. Это реле у нас переменного тока, поэтому для того, чтобы потери уменьшать, на нагрев вот делаются такие, из пластин собирается сердечник, и вот эти пластины собираются на заклепках. Что необходимо электромеханику проверить, что заклепка, она целая, что она нигде не расклепалась там. Как эта проверка производится? Путем попытки нажатия сбоку на нее, то есть если бы она уже где-то сломана, эта заклепка, то почувствовать можно, что она туда-сюда ходит ходуном. Единственное, что рекомендуют в этом случае делать, это нажимать так на заклепку, чтобы рука ваша при срыве, технологическая карта там в оригинале звучит не отвертка, а, господи, шило.
то есть чтобы у вас в сторону от сердечника, вот в сторону от сектора, чтобы не поцарапать сектор. Итак, я со всех сторон пытаюсь подлезть и понажимать вот на эти заклепки, проверить их качество. Сколько заклепок, столько вот проверочек, очевидно, необходимо сделать. Кроме этого, дополнительно можно визуально посмотреть на магнитопровод, что нигде не видно там расхождение, дырок между пластинами сердечника, что действительно у нас магнитопровод целый, нигде не разошелся. Магнитопровод проверили. Продолжаем нашу проверку. Ну вот это тоже место чуть получше. В методичке показано. Могу себя отлистать до этого же места. Значит, о чем шла речь? Проверяем целостность, что у нас между пластинами нигде расхождения нет. И вот те самые заклепки. Только фотография неудачно сделана, потому что я здесь на фотографии давлю куда? Как будто сверху. А логика-то какая? Сбоку на заклепочку, что на нее придавить. Проверить, она у нас ходуном ходит или не ходит. Так, следующее, что у нас пойдет, это подготовка, очистка сектора. Так, очистка сектора. Пошли контролировать наш сектор. Давайте тоже у нас тоже есть возможность смотреть, значит, как мы будем снимать крышку. Крышку будем снимать при помощи отвертки, откручивать эти вот 4 винта с шайбами Гровера. Для того, чтобы отключить от сектора контактную систему, поступают как? Ну, вот как я здесь пальчиками с двух сторон прижал и вот на эту штучку надавил вверх. В результате что у меня получилось? У меня вот эти вот штучки, пеньки вот эти выпрыгнули из контактов, и я их вот эти три элемента разобрал. Если брать и просто взять вверх под этой рукой, то есть не придерживать, то это все может по полу разлететься. Потом ищи свищи. Так, ну что, будем мы сегодня вскрывать наши роли? Я сильно долго там читаю. Так, вот оно наше роли. Значит, что делаем? Берем, откручиваем 4 винта. Для того, чтобы снять этот элемент, ну, как мне подсказали РТУшники, они называют крышкой. Вот эту вот раму, на которой закреплены ролики. Открутили, положили в какое-то болтохранилище. Я вот что-то на стол кладу. Студентам плохой пример показываю. Потом все это на полу окажется. Так, можно маленько мотнуть. Так, крышку сняли. Можно почистить тоже крышечку. Следующее. Отключаем контактную систему. Ну, видимо, рассказываю сейчас то же самое, что я там вам только что рассказал, то есть, чтобы все это дело не разлеталось. Быстрее рассказать, чем показать. Так, подняли. Разобрали, все элементы вытащили. Вот теперь, когда тягу мы отключили, то можно будет эту тягу, когда якорь снимем, посмотреть на качество отверстий, нет ли там какой-то выработки. Может, там какой-то процесс пошел трения металл, и из-за этого такую тягу уже использовать будет нельзя. Так, есть, отключили тяги, вот они болтаются. Теперь контактная система у нас с вами свободна, и мы можем с вами чуть попозже произвести очистку будем контактов. Ну, а пока осуществляется снятие якоря. Якорь закреплен вот на таких
винтах своеобразных. Осевые винты называются. Внутри у осевого винта есть своеобразный подшипник. Раньше эти подшипники были из агата. Сейчас, по-моему, делают уже из пластмассы. Но в любом случае надо быть аккуратным, потому что если агатовый, то он там при неправильном вставлении, поскольку это все-таки своеобразный камень, он рассыпается. Если вставляешь